автобус приехал, и все побежали скорее места занимать. Ведь ехать так долго, в автобусе жарко, и так неохота стоять. Ты сядь так удобно, болтаешь ногами, весельем лучится твой взгляд. А рядом старушка из тех, кто обычно совсем незаметно стоят. Она очень много работала в жизни, а нынче годы не те. Болят ее ноги и ломит ее спину, и чашка стоять в тесноте. Скорее уступи, ты знаешь, так надо, а сам отойди в уголок. Вдохнув с облегчением, старушка присядет и скажет: храни тебя Бог. На огромном белом свете очень разные есть дети. Тихие и шумные, глупые и умные. Есть худые, есть толстушки, молчуны и хохотушки. Кто-то ростом невелик, кто-то слабый ученик. У одних большие ушки, у других кругом веснушки. Кто-то рыж, кто-то бел, кто-то в играх не умел. Ни над кем нельзя смеяться, никого нельзя достичь. Надо очень постараться, словно братьев всех любить. И тогда на белом свете так прекрасно будет жить.